продолжающая тема. Потом как-то все успокоилось, и мы встречали Новый год в Мещерино. Там был такой мужчина по фамилии Жуков, который первым начал строить себе дом большой, красивый. Его там пытались пинать, кусать, но он все-таки дом достроил, потом он реставрировал церковь мещеринскую за свои деньги. Вот. И вот мы встречали у него Новый год на даче. И после его Новый год был хороший. Хороший был. Мы там пели, плясали, стрельнули, попали в крышу соседу этой самой ракетой, военной ракетой. Прибежал пьяный сосед, сначала ругался, потом ему налили, мы стали брататься, вот. Потом не знали, как к нему отделаться, потом он все-таки ушел. Ну, в общем, нормально все было. Да. В тулупчике дублёна к нам Дед Мороз спустился по лестнице зеленой, и в дом, войдя без стука, наверное, в окно, дедуль Бяк-Бука устроил нам кино. Рукою вместо вилки, поковыряв в салате, он тут же из бутылки залил хозяйке платье, и табачишем жутким всех женщин обкурил, а после две минуты мужчин всех упоил. Тупой и неприятный, не знаю прям чего-то, он рассказал десяток похабных анекдотов и выл званым волком, запугивая нас, и праздничную елку засунул в унитаз. Он долго издевался, ехидный старикашка, но после все же сдался от стойкости от нашей. Ну как ж тут не сдаться, когда сказал народ, какой хороший, братцы, был праздник Новый год. Вот такая песня.